програма «Консиліум». Вітаю усіх своїх глядачів. Ми в прямому ефірі і сьогодні разом з нашими експертами в студії ми будемо обговорювати суто жіночу тему. Клімакс у жінок чи менопауза? Що це таке? Яким чином проявляється? Що робити? І чи слід звертатися до гінекологів? Саме про це ми будемо говорити і з'ясовувати у наших гостей в студії. Але з ними ми будемо вже знайомитися після того, як подивимося нашу традиційну рубрику «Новини медицини». В Одесі пройшла традиційна науково-практична конференція з міжнародною участю «Нові технології в педіатричній науці, практиці та освіті». Цього року вона була присвячена 90-річчю з дня народження академіка Бориса Яковича Резника. Такий інтегрований підхід, который, чтобы представляло интерес и для науки, собираются заведующие и руководители лабораторий научно-исследовательских институтов со всей Украины, и для практических врачей, и для студентов, интернов и врачей, которые проходят так называемое последипломное усовершенствование, последипломная подготовка. Зазначимо, що захід включений до реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводяться у 2019 році. А основна наукова ідея – обговорення та пошук вирішення найбільш значущих проблем медичної допомоги дітям. Під час конференції були розглянуті три сучасних напрямки. По-перше, розробка та затвердження на місцевому рівні протоколів ведення різних захворювань. Раніше всі протоколи ведення, всі руководства носили чисто централізований характер. Тобто, предполагалось, що міністерство повинно розробити і спустити на місцях. Ну, в общем-то, это всегда было нереалистично. В настоящее время каждое лечебное учреждение вправе само найти в международном интернете, при общении друг с другом, найти те руководства, которые уже разработаны и утверждены Евросоюзом, Соединенными Штатами Америки, Канадой или Австралией, и затем их в повному об'ємі використовувати в своєму учрежденні. Другий напрямок пов'язаний з доказовою медициною щодо ефективності того чи іншого методу лікування. Наприклад, чи слід застосовувати жарознижувальні препарати у дітей і в яких випадках, можливі шляхи вирішення проблеми герпес-вірусної інфекції тощо. І третій напрямок – реалізація реформ у наданні медичної педіатричної допомоги. Зараз в связи з реформуванням системи здравоохранення педіатри остались як спеціальність, слава Богу, вдалося це зберегти, але змінилось. Зараз кожен педіатр підписує контракти зі своїми пацієнтами, і от це теж воно непосередньо, звісно, нуждається в тому, щоб обсудити і теж знайти ті вузькі місця і попытаться подумати, як їх можна успішно преодолівати. Зазначимо, що традиційно доповідачами на конференції стали не лише спеціалісти Одеси, Києва та інших областей нашої країни, а й іноземні спеціалісти. Знову з Австралії прилетів наш професор Джон Елоуе. Він кожен раз прилітає, і, в общем-то, йому даже теж цікаво, він общається, і свої теж сообщення докладывает. Он специалист в области клинической эпидемиологии, и он рассказывает те аспекты, которые интересны педиатрам. Також приїхали фахівці із Кишинева. А ось взяти участь і дізнатися про новеньке на конференцію прибули більше 150 педіатрів Одеси та Одещини і більше 350 спеціалістів з інших областей України. У клініці лікаря Асана Кадирова, що знаходиться у Києві по вулиці Будіндустрії 5А, надається комплексне лікування алкогольної та наркологічної залежності. Больні відчувають тягостне відношення і змінення в психіці, але вони не можуть її диференціювати, розумієте? Навіть ту ж депресію, ту ж астенію, да, вони її відчувають, але вони не знають, як з нею боротися. Діло в тому, що добрим словом это состояние не купируешь. Это не грипп и не ангина, которая пришла и ушла просто так. И даже ангина просто так не уходит. И даже грипп оставляет последствия. Да? Но это психическое заболевание, которое может лечить врач. Саме лікарі-психіатри-наркологи працюють у клініці Асана Кадирова та надають кваліфіковану медичну допомогу пацієнтам. Вони з'ясовують стан людини, яка звернулася до медичного закладу, та встановлюють відповідне лікування. В першу чергу, це як би суб'єктивний анамнез зі слов пацієнта.
которой очень много информации о том, когда началось заболевание, там, с чего начался, какие этапы, какие дозировки, как оно постепенно там формировалось, да, чтобы там это поставить диагноз, да, нам надо будет выяснить формирование первичных патологических лечения. Можем мы провести как бы на, наличие наркотических вещества, да, или других веществ, психоактивных веществ в биологической жидкости, да, например, то, что там это мочу или крови. Слід зазначити, що у клініці лікують як психічну залежність, так і фізичну, які виникають під час тривалого вживання наркотиків чи алкоголю. Крім цього, займаються ще і лікуванням супутніх патологій. При употребленні психоактивних веществ завжди є свої специфічні змінення, які не зв'язані ні з інфекцією, ні з опухолю, ні з наслідственним фактором, а от іменно з токсичним дієм психоактивних веществ. Это такие, как токсические гепатиты, холециститы, панкреатиты, кардиомиопатии, явление энцефалопатии. Но удельный вес этой патологии у всех больных разный. Тому пацієнтів консультують також лікарі вузьких спеціалізацій – реаніматологи, неврологи, гастроентерологи, хірурги тощо. А оскільки пацієнти потребують постійного нагляду з боку фахівців, знаходяться вони у клініці цілодобово, де у вечірній та нічний час – вихідні та свята є черговий лікар. Він завжди надасть допомогу, в тому числі і психологічну. Ми займаємося раціональною психотерапією. Ми контролюємо, смотрим, діагностируємо психіку. Даже определить, є ли положительна динаміка или нету її, да? І це може тільки спеціаліст, врач, психіатр, нарколог, який знає хорошо заболевання. Не можна не сказати про умови, які створені у клініці. У медзакладі є два відділення для пацієнтів. Загальне – з дво- та одномісними палатами, а також відділення преміум-класу, де палати зроблені в домашньому стилі. Красиві, зручні, функціональні. І є зони для харчування та відпочинку. Словом, зроблено усе заради комфортного перебування пацієнта та якісного лікування. Отже, грамотний та комплексний підхід до лікування алкогольної і наркологічної залежності дозволяє сформувати у пацієнтів нові цілі, повернути смак до життя. А профілактичні заходи допомагають продовжити час ремісії. Минулого тижня велика родина Одеси збільшилася на 193 малюка, що на 21 дитинку більше, ніж тижнем раніше. При цьому народилися 99 хлопців, 94 дівчинки та 2 двійні. Найбільша кількість новонароджених – по 48 – побачили світ одразу у двох пологових будинках – першому та сьомому. А ми починаємо тему нашого випуску. Нагадаю, що сьогодні разом з нашими експертами в студії ми будемо говорити на суто жіночу тему. Клімакс у жінок чи менопауза? А розкривати цю тему будуть наші гості в студії, якими стали лікарі-гінекологи та лікарі-гінекологи-ендокринологи. Зокрема, Інна Цехмейстер, гінеколог-ендокринолог Дому медицини «Одрекс», а також Асмік Арутюнян, завідуюча гінекологічним відділенням міської студентської поліклініки Одеської міської ради. Я рада сьогодні вас вітати тут у нас в студії. Доброго вечора. Доброго вечора. Сьогодні така, ну, цікава тема. І якщо ми будемо говорити про тих пацієнток і тих глядачів, які нас дивляться, я думаю, буде їм дуже цікаво. Адже кожна жінка раніше чи пізніше, але буде вступати в цей період, період клімаксу. І, думаю, усім цікаво дізнатися про те, коли ж він починається. Це 40, це 35, 45. В якому віці починається цей період? Последние месячные в жизни женщины определяются как возраст менопаузы. В Украине в среднем это 48,7 лет, в Европе 51,4. В среднем, тобто пізніше. Да, в среднем украинская женщина начинает стареть на 3-4 года, чем в Европе. Угу. Ну, во-первых, проведены многочисленные как бы исследования, которым доказано, что остеоардез у женщин, которые имеют ненормированный рабочий график, у операционных медсестер, у женщин, которые занимают высокое социальное положение в обществе, у тех женщин, которые работают на нескольких работах, у них у всех менопауза наступает раньше. Если объединить всех вот этих женщин, да, то их, в принципе, всех вместе связывает стрессорный фактор. Но
Время начала менопаузы запрограммировано генетикой. Нередко у дочери возраст менопаузы совпадает с возрастом менопаузы матери. Однако есть и индивидуальные особенности и причины наступления менопаузы. В частности, это изнуряющие диеты. Тобто це може призвести до того, що менопауза буде раніше? Да. Изнуряющие диеты, дефицит массы тела, изнурительные физические нагрузки, а также хирургические операции на органах малого таза, в частности на яичниках. Все это вместе, а также по отдельности, может привести к развитию преждевременной менопаузы. Вообще, а чи бывает поздно? Менопауза. Да. Вообще сама по себе менопауза делится на несколько периодов. В среднем своевременная менопауза – это от 45 до 55 лет. Угу. Если симптомы менопаузы появляются в возрасте 35-36 лет, то говорят о преждевременной недостаточности яичников, то есть происходит преждевременное выключение функции яичников. Угу. Если от 40 до 45, то говорят о ранней менопаузе. Угу. Если месячная продолжается после 55 лет, то говорят уже о поздней менопаузе. Что є нормою, а что є не нормою? Ну, я же говорю, среднестатистически, как бы, среднестатистический возраст менопаузы, да, это 50 лет. 48-50 лет. Да, это норма. Для европейских женщин чуть-чуть выше, для украинских чуть-чуть ниже. Угу, зрозуміло. Оскільки ми вже почали говорити не лише про вік, а й про причини поговорили, чому виникає чи рання, чи навпаки пізня менопауза, то поговоримо про те, а що ж це таке і яким чином воно проявляється. І зараз пропоную подивитися нашу невелику медичну довідку. Клімакс – це природній період в житті людини, який відбувається у зв'язку з віковими змінами. Він характеризується інволюцією та згасанням функції статевої системи. По відношенню до жінок також вживають термін «менопауза». В перекладі з грецької клімакс означає «сходи», тобто людина переходить на інший рівень життя. Цей процес відбувається поступово. Самі жінки ставлять знак рівності між двома поняттями – клімакс чи менопауза та старість. Але чи праві вони? Адже лікарі вважають, що клімакс – це не епілог роману, а всього лише одна з глав книжки, що про щасливе життя. Зараз ми почули, що багато жінок, і в Україні, я так розумію, мабуть, також, говорять про те, що наступив клімакс, наступила менопауза, що все, я вже стара. Що ви б казали таким жінкам, якщо б вони прийшли до вас на прийом і сказали, все, я вже стара? Начнем з того, що клімакс – це біологічно запрограмований процес, нормальний процес, який переживають як жінки, так і мужчини. І не можна стіснятися від цього, тому що це вступлення в осінь, період осені нашої житті. І це потрібно пройти это вместе с супружеской парой, конечно же. Менопаузу переживают, конечно, только женщины, у которых прекращаются месячные менструальные выделения в течение года. И ранее сказано было в среднем 48-51 років. Да. Тобто, немає менструального циклу протягом року, і можна говорити про те, що жінка вже у періоді менопаузи, чи ні? Чи коли тільки йде збій, тоді вже треба говорити про те, що вона почала входити. Ну, да. Як це відбувається? В течені года відсутствия менструації можна говорити о том, що да, наступила менопауза. Є спеціальні тести, які определяють. Навіть тести такі є? Да, є тести, які определяють, звісно, достовірність 30%, але тоже помогают многим женщинам определить, уже наступила менопауза или нет. Но более достоверный ответ вам даст ваш доктор-гинеколог, который вас направит на более высокоспециализированные анализы в лаборатории и
После вы получите ответ, у вас наступил климакс или нет. Чи не наступила? Менопауза. Угу. Угу. Ну, ми вже зрозуміли, що один з проявів – це відсутність менструального циклу, але я так чула, оскільки ми всі знаємо і живемо разом з нашими матусями, да, з бабусями, і чули деякі інші ще симптоми. Зараз пропоную послухати, що нам розповіли інші ваші колеги щодо того, яким же чином ще може проявлятися цей період у житті жінки. Но любая женщина рано или поздно наступает определенный период, когда начинается нарушение менструального цикла, задержки и потом выключение менструальной функции. Не всегда это проявляется каким-то патологическим симптомокомплексом. Некоторые женщины удостоены, скажем так, лучшей участи, когда у них нет проявления климактерического синдрома. Но, к сожалению, такое бывает достаточно редко. И, к сожалению, не все женщины даже понимают, что у них имеет место какое-то проявление. То есть в беседе с пациенткой часто приходится задавать какие-то наводящие вопросы и объяснять ей, что это действительно является проявлением климактерического синдрома. И в большинстве случаев какие-то определенные симптомы все-таки существуют. И женщина от них страдает, но не всегда даже понимая, что это проявление климактерического периода. Возраст, естественно, менопаузы в среднем от 46 до 54 лет. И первые проявления менопаузального периода могут возникнуть за несколько лет до наступления этого периода. Проявление менопаузы в организме, допустим, можно разделить на ранние, средние и поздние. Вот ранними проявлениями менопаузы это есть такие моменты, как приливы. Горячая волна в верхней половине туловища в лицо, которая сопровождается потом потоотделением. Эти приливы могут иметь место и ночью, за счет чего женщина страдает от бессонницы. Одним из очень выраженных симптомов – это склонность к избыточному потоотделению в принципе, тоже, особенно ночью, это может дать повод для женщины даже для переохлаждения, для каких-то простудных потом заболеваний. Также у 90% женщин до наступления менопаузы могут быть нарушения менструального цикла, которые характеризуются изменением продолжительности цикла, как увеличением его интервалов, так и может быть укорочение этих менструальных интервалов. Среднее проявление – это уже это проявление, имеющее более органический характер. Это мочеполовая атрофия. То есть женщины жалуются на снижение либидо, возникает атрофия слизистых, сухость влагалища, зуд жжения во влагалище, начинает учащенное мочеиспускание, происходит изменение кожных покровов. То есть у женщины теряется эластичность кожных покровов, кожа становится более сухой, более дряблой, появляются морщины. В зависимости от этого уже и возникает там увядание женщины. Да, медленное, постепенное. Есть еще позднее. Это уже органическая патология, достаточно серьезная, которая развивается медленно и тихо. Это остеопорозы, остеопении. Которые проявляются болями в суставах, в костях. Женщины отмечают утреннюю скованность. Также увеличивается частота перелома в кости, в частности, перелома шейки бедра. Атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания, как следствие атеросклероз. Женщины начинают жаловаться на повышение артериального давления, головные боли, могут отмечаться появление отеков на нижних конечностях. Ожирение и психосоматические заболевания. Зараз ми почули, що сам клімакс лікарі щодо проявів, вони розділяють на три періоди, так можна сказати. Перший період, він більш лояльний, другий такий більш складний, третій вже виникають і остеопороз, і більш складні захворювання. І ось в мене буде таке питання до вас. В який період, на ваш погляд, слід звернутися жінки до свого гінеколога, аби цей період пройшов більш такий гладесенько, не так складно для її організму? Да.
Мы говорили, что климакс, менопауза – это биологический процесс, но любой биологический процесс может перейти, может быть и физиологическим, то есть не заболеванием, и одновременно может перейти в патологию, то есть в заболевание. Mm-hmm. Для того, чтобы данный процесс не перешел в заболевание, то всегда легче проводить профилактику, чем лечить данное заболевание. То есть это в периоде переменопаузы, то есть до начала климакса. Любая женщина, было бы прекрасно, если бы они обратились к своему доктору, гинекологу. Уже если есть тем более какие-то симптомы, это бессонница, психоэмоциональ, когнитивные явления, то есть это психоэмоциональная лабильность, бессонница, тремор в руках, ну, уже начало каких-то менструальных нарушений. Ну, тобто початкові прояви, да, про які говорили ваші колеги, вже тоді слід би звернутися до гінеколога. Слідує обратитися к гинекологу для того, чтобы обследоваться и принять какое-то решение. Но если вы к 45 годам до 48 лет не обратились к доктору, то лучше обратиться после наступления менопаузы и... Також зрозуміти, що треба робити вже після цього, ну, періоду, як він почався. Так як є багато можливостей уменьшення тих проявлень, тобто це прилива жара, повищення артеріального давлення, профілактики различних осложнень, які можуть возникнути після клімакса. Це і сердечно-сосудисте заболівання, і нервної системи патології. І травматологічні також. І травматологічні, звісно. Так як естрогени, все-таки відбувається зниження рівня естрогенів і прогестерону, естрогени захищають наш організм від лишнього вимивання кальцію з костей, тобто після клімакса, особливо в пізніх періодах менопаузи, визникають... Риски переломов костей. Що ж, ми вже зрозуміли, яким чином проявляється менопауза і клімакс. А ось у наступній частині ми будемо продовжувати нашу тему. Зараз невеличка пауза. А ми продовжуємо нашу тему. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про жіночий клімакс, про менопаузу. І у першій частині ми дізналися, що це таке, з якого віку починається. Нам лікарі розповіли, що у 48 років це, ну, такий стандарт, скажімо, для нашої країни. А також ми дізналися про причини і дізналися, яким же чином проявляється цей період у житті жінці і жінки. І зараз ми будемо говорити про те... А, ні. Ще одне питання я хотіла до нашого експерта тут в студії сказати, бо ми говорили про те, якими ж є прояви і чи слід звертатися до гінекологів, і дізналися, що так, слід, і бажано звернутися на більш ранній стадії, коли він тільки починається. Хотіла б у вас дізнатися, якщо, наприклад, жінка має свого гінеколога, і вона до нього приходить щороку на профілактичні огляди, чи може гінеколог помітити, що ось-ось вже почнеться цей період, або він вже почався, і якось підготувати жінку до цього, розповісти їй, що, чого очікувати, коли звернутися і тому подібне? Ну, на сьогоднішній день по рекомендаціям МОЗ кожна жінка повинна раз в рік посещати гінеколога. І це дійсно правильно, коли жінка раз в рік посещає гінеколога.
Когда мы приходим к своему доктору, первое, что мы делаем, мы разговариваем. Доктор нас спрашивает о том, как мы себя чувствуем, есть ли у нас какие-то жалобы, беспокоит ли что-то нас. И вот этот момент, что если есть какие-то жалобы, например, укорочение менструального цикла, бессонница, приливы, тахикардия, да, учащение сердцебиения, лобильность артериального давления, об этом следует сказать доктору. Либо же, например, цикл укоротился, или же наоборот, стал более длинный, месячные стали более скудные. В общем-то, все, что беспокоит пациента, да, что в принципе не вмещается в его вариант нормы, он должен сказать своему гинекологу. А чи задаєте ви самі питання, чи є у вас приливи, чи є у вас безсоння? Бо жінка може так подумати, в мене була стресова ситуація, тому в мене було безсоння. А це може бути якраз проявом, першим проявом клімаксу. Если пациентку я вижу впервые, да, и возраст ее приблизительно соответствует возрасту менопаузы, mm-hmm. то я всегда это уточняю. Mm-hmm. Во-первых, мы всегда стараемся своих пациенток уже после 45 лет отправлять к кардиологу. Да? То есть их смотрит кардиолог, мы им делаем электрокардиограмму, мы обязательно делаем пациенткам маммографию, да, mm-hmm. снимок молочной железы, и мы обязательно проводим УЗИ органов малого таза. Также мы выясняем у пациентов, если они менструируют, то как відбувається цикл? Как происходит менструация? Регулярные они? Не укоротился ли цикл? Или наоборот, удлинился ли? Какие по количеству сами по себе менструальные выделения? Да, они стали более обильные, либо же они стали более скудные. Беспокоят ли пациентку приливы, депрессия, бессонница, снижение сексуальной активности, вагинальная атрофия, да, там, недержание мочи, сухость, жжение во влагалище. Если пациентка на какой-то из этих симптомов отвечает положительно, тогда, соответственно, производятся дополнительные методы исследования. Угу. Уже было сказано о том, что диагноз менопауза можно поставить только ретроспективно. Да? То есть, например, если у пациентки четко нет 12 месяцев менструации, то только после этого выставляется диагноз менопауза. Поэтому мне бы хотелось как бы обратиться ко всем женщинам, что если вас беспокоят приливы, бессонница, депрессия, учащенное сердцебиение, ночная потливость, не терпеть этого не надо. На сегодняшний день есть многие варианты лечения, и не обязательно это только гормонотерапия, потому что на сегодняшний день все пациентки очень сильно боятся гормонотерапии. То есть вы должны прийти к гинекологу со своими жалобами. Терпеть это не надо. Да, действительно, менопауза – это естественный и закономерный процесс, развивающийся в нашем организме. Но проходить его самостоятельно, если есть какие-то тревожные симптомы, не надо. Надо действительно прийти к своему доктору и уже вместе с ним обсудить план дальнейший план действия. Адже мы сегодня саме поговоримо про гормональну терапию и будемо розвіювати також міфи, які пов'язані саме з цією терапією. А зараз у нас є міфи, думки наших жінок, які ми дізналися з інтернету, адже усі заглядають саме туди, або щоб дізнатися про щось нове чи якийсь свій стан, який був для жінки незрозумілий. І зараз пропоную такий блиць опитування. Ми будемо дивитися, що ми знайшли в інтернеті, а потім дізнаємося думку наших експертів, так це чи ні. Отже, думка номер один. Існує думка, що клімакс завжди призводить до зайвої ваги. Действительно, дефицит эстрогенов приводит к тому, что в организме начинается гормональный дисбаланс и увеличивается расположение жировой клетчатки на коже на животе и на бедрах. Но если соблюдать питание, умеренную физическую активность, если соблюдать диету, умеренную физическую активность, то с этим всем можно справиться и абсолютно безболезненно. Так. Ви також вважаєте саме так? Так, звісно, я согласна з Інною Федоровною. І можу відмітити, жінки, які до
периода климакса, то есть в переменопаузальном периоде, или даже с молодости занимаются активно спортом, они могут отсрочить наступление периода климакса. Угу, зрозуміли. Думка номер два. Існує думка, що клімакс та вагітність несумісні. Що ви скажете саме про цю думку наших жінок? Если уже установлен диагноз климакс, то есть женщина уже вошла в климакс, и различными методами исследования, это и гормональное исследование, и ультразвуковое, можно дать окончательный ответ, что да, вы так. В климаксе, то наступление беременности маловероятно. Но если вы не обследованы, то... Конечно, тоже может зависит. Такий бути, может бути випадок. Может. В історії були такі випадки, да. Понимаете, просто функція яичников, она угасает постепенно. То есть нету такого, что раз, и я в климаксе. И выключилась. Да. То есть, например, может 2-3 месяца может не быть менструации, а потом менструации могут восстанавливаться, да. И возникать спонтанные овуляции. И, соответственно, на момент возникновения спонтанных овуляций может наступить беременность. Угу. Да, тобто також треба дуже чітко розуміти, що так вже закінчилися протягом року і тоді 12, вже бути спокійним. 12 місяців нет менструації, можна спати спокійно, ми в клімаксі. Так, думка номер 3. Існує думка, що клімакс – це лише проблеми. Ну, сьогодні ми вже почули, що і безсоння, і потім вже і ось цей пороз може наступати, і гіпертонічна хвороба. Ну, тобто багато чого в організмі жінки відбувається, і дійсно таке враження складається, що це лише одні проблеми. Ви знаєте, велика Коко Шанель сказала, що жінка може бути очаровательною в 20, восхитительною в 30 и неотразимой до конца своих дней. Поэтому в каждом периоде есть свои плюсы и есть свои минусы. Mm-hmm. В периоде менопаузы единственный и самый большой минус, который в основном волнует наших пациенток, это утрата, скажем так, красоты, да, внешних данных. Mm-hmm. Но я могу сказать, что пациентки, которые ведут правильный образ жизни, которые правильно питаются, которые занимаются физической активностью, которые вовремя посещают гинеколога и выполняют все его советы, от этого застрахованы. Они в менопаузе продолжают жить и наслаждаться своей красотой. Які є плюси? Чи є щось гарне у цьому періоді? Конечно, есть. Самый главный плюс – то, что нет необходимости дополнительной контрацепции. Этому, конечно, больше всего радуются мужчины, потому что ответственность в нашем обществе лежит больше на них, так как к сожалению, нету такой культуры, как в Европе, приема гормональных контрацептивов, даже банально барьерных методов использования. Поэтому друг друга доверяем больше мужу, мужчине. Вот. А во время именно менопаузы, климакса радуются и мужчина, и женщина. Нету необходимости дополнительно проводить контрацептивные методы. Конечно, еще есть плюс со стороны, если у женщины есть миоматозные узлы, это тоже спорный вопрос. В этот период происходит уменьшение узлов и инкапсуляция, но не тобто, всегда. Не всегда. Тобто, якісь захворювання гінекологічні, да. Вони йдуть геть? Самі по собі, да, начебто, да. Уходять? Гормонозависимое заболевание. Гормонозависимые, да. Заболевания могут угасать, но это не всегда. Например, у пациента, которые склонны к формированию кист, да, функциональных кист, соответственно, нет фолликулов, так как они уже их не запас иссякает, то, соответственно, не образуются функциональные кисты. Ага. Поэтому то же самое насчет миомы матки. Да, это доброкачественное гормоночувствительное заболевание. Соответственно, яичники не продуцируют гормоны, миоматознозы не получают питание, они как бы уменьшаются в размерах, капсулируются, и некоторым женщинам,
очень маленькому количеству иногда удается избежать оперативного лечения. И еще есть одно такое дуже поширене гинекологическое захворювання – это эндометриоз. Як він себе поводить? Раніше вважали, що на сьогоднішній день ендометріоз – це загадка 21 века. Да? Проводяться віддільні онкологічні конференції, проводяться там гінекологічні різні конференції і проводяться віддільна конференція по ендометріозу. Насчет эндометриоза можно говорить очень долго, но раньше считали, что с наступлением менопаузы активность эндометриоза угасает. Так. На сегодняшний день доказано, что это не так, что есть женщины, у которых в менопаузе эндометриоз активен. Угу. Тобто у нас є привід ще раз з вами зустрітися і поговорити саме про нове у цьому захворюванні, про що дізналися лікарі за останній час. Що ж, з цим питанням ми вже розібралися, а зараз будемо говорити про те, чи можуть фахівці полегшити стан жінки, якщо є ті прояви, про які ми говорили. Зараз почуємо думку інших ваших колег, а потім вашу тут у студії. Я соберу детальный анамнез, я с ней поговорю. Первый шаг. Потом надо провести обследование, насколько необходимо и какова активность этой помощи должна быть, насколько она должна быть ятрогенной, то есть врачебной, как таковой. В принципе, проводится достаточно необъемное объективное обследование. Это анализ выделений, кольпоскопия, цитограмма, биохимия, коагулограмма. Это очень важный фактор, потому что за ним кроется очень много, в общем-то, подводных камней, страхов перед приемом специфической терапии, например, и так далее. Маммография проводится и УЗИ органов малого таза. Когда будет проведено вот такое достаточно простое обследование, после этого мы решаем вопрос, что мы делаем. На самом деле арсенал очень большой. Как бы каждая женщина принимает для себя решение самостоятельно, как бы в отношении того, какой метод лечения выбрать. На самом деле по каждому пункту, практически по которому я назвала, можно какой-то выход из ситуации предложить. Как бы начиная от фитотерапии, витаминных препаратов, как бы и заканчивая менопаузальной гормонотерапией. В зависимости от выраженности симптомов как бы мы определяемся, какой метод женщине больше всего подходит. Конечно, чем раньше женщина забеспокоится о симптомах, которые у нее появляются, и она обратится к доктору, тем менее инвазивное будет вмешательство, то есть менее агрессивное назначение препаратов. Женщине можно порекомендовать какие-то физические нагрузки, занятия спортом, может быть какие-то занятия йогой, физиопроцедуры, также иглоукалывание. Если женщина нормализует свой ритм жизни, а проявление климактерического периода не уменьшаются, и обследовав ее и не видя у нее острых противопоказаний к специфической терапии, мы можем рекомендовать ей заместительную гормональную терапию. Менопауза никогда не лечится оперативным путем, потому что это гормональный дисбаланс. Каким образом можно оперативным путем изменить уровень гормонов у женщин? Такого мы не встречали. Що ж, з полегшенням можна видихнути, адже оперативним шляхом лікувати клімакс не будемо. Добре, будемо починати з чого? Одразу давати гормональну терапію чи щось простіше будемо рекомендувати? Конечно, всю эту ситуацию нужно рассматривать в комплексе. То есть, так как очень важную роль играет и генетический фактор, стиль жизни, образ жизни, то будем учитывать все. Mm-hmm. Если у женщины, то есть у мамы, у бабушки проходил климакс агрессивно, то и у данной женщины также проявляются все симптомы. Конечно, нужно помочь женщине экстренно. Если проходить... Більш радикально, будемо говорити, да, так. Обследовать сначала. Про що говорили, да, вже
выше. Совершенно верно. Исключить все возможные риски, вот, и предложить различные варианты лечения. Угу. Можно, конечно, начинать с фитотерапии. Некоторые женщины не хотят применять заместительную терапию гормональную. И в дальнейшем попробовать проходить другие варианты лечения. Если можно, но необходимо менять, если женщина, конечно, не проводит активный образ жизни, необходимо менять стиль и образ жизни. То есть быть более активным, исключить вредные привычки. Это в первую очередь курение, потому что курение очень сильно влияет на сосуды, сердечно-сосудистую систему. И женщина курящая более уязвима. Почуває, ніж та жінка, яка не буде палити. Да. І ісключити прийом алкогольних напідків, особливо красного вина. Да, є такі рекомендації. Спорт, медитація, йога, плавання, просто навіть ходьба 10 тисяч шагів в день на свіжому воздухі теж допоможуть даній жінці. Якщо можна, трошки розкажіть про фітотерапію. Це просто якісь чаї, чи ця терапія, вона також намагається якось допомогти жінці відновити гормональний статус свій? Ви розумієте, це как бы в мире еще не доказанная медицина, вот. Но кроме чаев уже есть достаточно современные препараты, их множество. Тобто да. Препараты есть такие? Препараты, которые помогают выработке эстрогенов собственных, внутренних, вот. И тем самым облегчают состояние женщины, вот резкий упадок уровня эстрогенов. Ага, тобто це препарати, які, в основі яких є природні складники, я так розумію. Да. То есть принцип таков, что если организм не вырабатывает эстрогены, да, и вследствие дефицита эстрогенов начинает развиваться клиника, да, там приливы, бессонница, тахикардия, то, что мы раньше с вами обсуждали, то раз организм не вырабатывает, значит, мы их будем пить, мы их организму дадим. И здесь все зависит от выраженности эстроген-дефицита. То есть если у пациентки выраженный эстроген-дефицит, да, то есть у нее очень мало женских половых гормонов, в частности эстрогенов, то фитотерапия в этом случае малоэффективна. То есть пациентку назначением фитопрепаратов мы не вылечим. Но обратно, здесь идет индивидуальная оценка каждой пациентки. То есть прежде чем вообще перейти к какому-либо шагу, мы изначально садимся с пациенткой, разговариваем, мы выясняем полностью весь ее анамнез, чем она по жизни болеет, нет ли у нее варикозной болезни, нет ли у нее болезни щитовидной железы. Кстати, насчет щитовидной железы. Каждая женщина должна раз в год скринингово сдавать гормон ТТГ, потому что дисфункция щитовидной железы очень часто накладывается на симптомы менопаузы, еще больше их ухудшая. Дальше. Если у женщины наступила преждевременная недостаточность яичников, то есть если у нее менструация прекратилась в возрасте 32, 35, 36 лет, есть и такие пациентки. Такие выпадки да, бывают. То есть, и поверьте, они не редки в современном мире. То тогда мы им и назначаем заместительную гормонотерапию, потому что мы не можем выключить женщину в 35-36 лет. Если мы это сделаем, то у нее через несколько лет будет остеопороз, гипертония вообще менопауза – это самый большой риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому женщинам с преждевременной недостаточностью яичников при наличии у них показаний, то есть неправильно сказал, при отсутствии у них противопоказаний с других органов и систем, им назначається ізначально замістительна гормонотерапія. Якщо можна, ми про гормонотерапію поговоримо вже у наступній частині. Зараз йдемо на невеличку рекламну паузу і продовжимо трошки пізніше. У
У попередній частині ми вже почали говорити про те, яким чином лікарі-гінекологи можуть допомогти під час клімаксу жінці, і з'ясували, що є чимало способів і методів, але зараз ми будемо говорити більш детально про гормонально-замісну терапію. І зараз почуємо думку наших і експертів, і ваших колег щодо того, яке ж їхнє відношення до такої терапії. Лично своє отношення я скажу так. Чим більше рано начата замістительна гормональна терапія при показаннях, тим більше, тим більш ранній і благодарний результат. Навіть в Західній Європі, в Америці середній процент женщин, которые принимают заместительную гормональную терапию, 25%. Это максимум. А вот Украина, Россия – это 5-6. Заместительная гормональная терапия основана на восполнении гормонов женщины. То есть при дефиците гормонов происходят метаболические нарушения в организме. С возрастом, к сожалению, мы не можем полностью восполнить весь уровень, необходимый женщине. Мы можем облегчить ей симптомы. Но если уже наступили эти проблемы необратимые, их можно немного притормозить и улучшить качество жизни больной. Климакс – это не женская тяжкая доля. Если она будет принимать правильно подобранную заместительную гормональную терапию, она вернется абсолютно к нормальному образу жизни. И работоспособность, сон, самочувствие и ее здоровье абсолютно вернутся в норму. Вегетососудистая симптоматика может уйти совсем. Проявления как бы неврологические и психоэмоциональные могут уйти совсем на время приема. Но, к сожалению, как бы после отмены препаратов они могут вернуться опять. Заместительная гормональная терапия, она принимается длительно. То есть сейчас рассматривается много схем, как принимать гормональную терапию, но более основывается на том, что нет ограничения в приеме гормональной терапии. Если женщина хочет профилактировать отдаленные последствия, профилактировать возникновение остеопороза, профилактировать ухудшение состояния сердечно-сосудистой системы, конечно, надо говорить о длительной гормональной терапии. Если как бы женщина пришла за помощью в плане вегетососудистых проявлений, и ее беспокоят эти проявления сейчас, она имеет право какой-то не очень длительный срок принимать менопаузальную гормонотерапию, но это не меньше, чем несколько месяцев однозначно. Как бы в мировой литературе обсуждаются годы приема менопаузальной гормонотерапии для того, чтобы она давала эффект. И если мы говорим о профилактике долгосрочных последствий климактерического синдрома, как остеопороз или сердечно-сосудистые проблемы, то ровно столько лет, сколько женщина получает заместительную гормонотерапию, настолько отодвигаются эти проявления. Как бы, но женщина может получать ее годами, и считается, что до 60 лет это безопасно, и, соответственно, как бы женщина на десятилетие себе может продлить, скажем, более качественную жизнь. Отдельная категория пациентов – это женщины, у которых менструальная функция закончилась раньше, чем 45 лет. То есть это преждевременная недостаточность яичников. В этой ситуации женщина, мы настаиваем, женщина обязана получать менопаузальную гормонотерапию для того, чтобы все эти изменения как бы не возникали более рано по сравнению со сверстниками, как бы, и снизить риски сердечно-сосудистой патологии в первую очередь. Есть ограничения в назначении этой гормональной терапии. То есть нельзя назначать заместительную гормональную терапию после 10 лет менопаузы. Курение и прием ЗГТ – это вещи практически несовместимые, потому что большая тромбоопасность существует. Конечно, патологии, такие как рак эндометрия, рак молочной железы, вот, менингиома и многие другие – это абсолютное противопоказание к ЗГТ. Ваші колеги також говорили про те, що є період, коли навіть лікарі будуть, ну так будемо говорити, заставляти жінку приймати гормони, адже зарано, коли починається клімакс, це теж погано. І ви про це говорили, 35 років, і ви будете говорити: так, тобі треба. Чи бувають випадки, що відмовляються?
Ну, вы знаете, у наших женщин вообще боязнь слова «гормоны». То есть, когда вот ко мне в кабинет приходит пациентка, и я пытаюсь ей объяснить о том, что ей показана гормонная терапия, она говорит сразу одну фразу. «Я буду пить все, что угодно, но не буду пить гормоны». Когда я пытаюсь спросить у своих пациентов, а что же все-таки такое это гормоны? Вот, ну, вот, почему, да, вот почему вы их боитесь, почему вы их не хотите пить? Один ответ. Гормоны – это плохо. Вот хотелось бы, и тогда вот я объясняю своим пациенткам, и хотелось бы вот сказать сейчас в прямом эфире о том, что гормоны – это неплохо. Гормоны – это наши большие помощники. Вообще это специальные биологически активные вещества, которые помогают нашим клеточкам обмениваться информацией друг с другом. То есть это их основная функция. Они вот вырабатываются в одном месте, и вот там, где они выработались, они с током крови передают информацию в другое место, да, там, вот, где находятся рецепторы, которые их воспринимают. Поэтому гормоны – это не вредно. И режимов гормонотерапии очень много, в том числе и заместительной гормонотерапии. Есть, значит, вариант заместительной гормонотерапии для женщин, которые входят в менопаузу. Есть вариант заместительной гормонотерапии для женщин, которые уже в менопаузе. Есть вариант гормонотерапии для женщин, которая в постменопаузе. То есть все подбирается индивидуально, на минимальных дозировках. То есть плохо не будет. Резкой прибавки массы тела не будет. Ну, пациентки просто вернутся в свое обычное состояние. Вы знаете, я работаю в месте, где есть большая клиника сердца. И когда там сидя за обедом, так получилось, что мы обедались с нашим кардиохирургом, так он мне говорил о том, что у них была, показывается, пациентка, которая была с некупируемыми гипертоническими кризами, то есть у нее было постоянно высокое давление. Они ее обследовали вдоль и поперек. Два раза сделали ей коронарографию, до тех пор, пока не отправили гинеколога-эндокринологу, гинеколог-эндокринолог не назначил заместительную гормонотерапию. После этого жизнь женщины нормализовалась. То есть не надо терпеть. Приходят пациентки, говорят, вот у меня приливы раз 30-40 в сутки, особенно в ночное время, я не сплю. Я говорю, и зачем вы это терпите? Ну это же нормально, это же переходной период. И я пытаюсь объяснить, что все мы на сегодняшний день боремся за качество жизни. И заместительная гормонотерапия не создана для того, чтобы у вас прибавилась масса тела, либо у вас возникли онкологические заболевания, либо еще что-то. Заместительная гормонотерапия назначается врачом, пациентка принимает эти препараты под контролем врача. И раз в полгода она появляется у врача. Мы делаем постоянные контроли. Пациентки, которые к этому относятся, чувствуют себя замечательно. У меня есть пациентки, которые работают в облсовете, которые занимают высокие должности, и которые принимают эти препараты и очень довольны. Но и там другая проблема. Там невозможно, уже как бы заканчиваются часы, вот уже как бы надо отменять. Они не хотят отменять в силу того, что они себя замечательно чувствуют на этих препаратах. То есть заместительная гормонотерапия – это не беда, это наоборот решение проблем, которые возникают каждый день у женщины. Это возможность жить нормальной, комфортной жизнью. Ну, я так розумію, що для цього сама жінка має бути відповідальною і відповідально ставитися до цієї терапії. Однозначно, це ежедневний прийом препарата. То есть каждый день женщина должна приблизительно в одно и то же время выпивать одну таблетку. Если она этого не делает, то, в принципе, как бы тогда ее принимать не надо. Ну, вы знаете, по крайней мере, в моей практике так, что 80% женщин, которые ко мне приходят с тяжелым климактерическим синдромом, они говорят, что мне уже до такой степени плохо, что делайте со мной все, что хотите. Я уже буду пить все, что вы скажете, лишь бы я могла жить нормальной жизнью. И вот они пьют ежедневно, каждый день по одной и той же таблеточке в одно и то же время. Но вопрос другой. Зачем надо было себя доводить до того состояния, чтобы прийти и сказать, что вот мне очень плохо и я жить не могу, для того, чтобы в конечном итоге вам назначили всю ту же заместительную гормонотерапию, о которой вам 5 лет назад говорил другой доктор. Ваше ставление до такой терапии?
Смотрите, как говорят, из двух зол нужно выбирать меньшую. И в этой ситуации, конечно, меньшее зло – это получить гормонотерапию, тем более, если 30 лет назад препараты были другие совсем по качеству, по переносимости, по дозировке, то современные гормональные препараты, они микродозированные и не несут фактически вреда для организма, кроме пользы. Если женщина готова переносить вот это патологическое состояние и... Знущаться над собой, Да, совершенно верно, издеваться над собой. Или готова к перелому шейки бедра или каким-то сосудистым катастрофам, пожалуйста, это ваш инфаркту, выбор. Инфаркту, например. Да, совершенно инсульт, инфаркты, лежать годами в постели, да, не жить. Фактически, к сожалению. Ми вже почули те, що можна приймати таку терапію до 60 років, а потім все, баста, і знов повертаємося туди, звідки ми побігли. Ви розумієте, замістительна гормон, менопаузальна замістительна гормонотерапія на самом деле не столько много лет. То есть клінічні исследования ведутся. Работа в этом направлении проводится. Но на сегодняшний день доказательная база в отношении менопаузальной гормонотерапии заканчивается на возрасте 60 лет. То есть пока мы все еще работаем в этом направлении. Тобто ми можемо зробити прорив своїм досвідом і прикладом. Не ми, мир. Ведь заместительную гормонотерапию, к сожалению, у нас принимает очень маленький процент населения женщин. В основном это западные страны, это Америка, Штаты, Европа, Великобритания, Франция. Это те страны, которые на сегодняшний день активно принимают заместительную гормонотерапию. И все-таки вот они, возможно, могут этот прорыв совершить. А якщо жінка хоче і надалі приймати, ви будете її відмовляти, чи буде ризик? Я завжди намагаюся вести розмову зі своєю пацієнткою зі сторони доказательної медицини. І об'яснити їй всі плюси или мінуси того, що може вибору, да, її вибору. Тобто, в, наприклад, там на Западі, да, там нестраховая медицина, і пацієнти получают препарат только по рецепту врача, да, то есть там сугубо так, вот, как прописано в протоколе. У нас наши пациенты имеют право выбора, имеют право быть осведомленными, и наша задача, как практикующих врачей, объяснить пациенту все плюсы и минусы данного выбора. Но окончательный выбор всегда остается за пациентом. Якщо ми говоримо про такий непростий період у житті жінки, чи може вона якимось чином відстрочити настання цього періоду? Ну, наприклад, щоб клімакс почався там не в 45, а в 55. Щось таке приймати цікаве? Чи якось так себе вести цікаво, щоб почався клімакс у 55 років? Да. Ну, я раніше говорила, що активний образ житті може відстрочити климакс, менопаузу. То есть женщина должна следить за индексом массы тела. Это в первую очередь, потому что первый враг женщины... Зайва вага, которая приводит к различным метаболическим нарушениям, инсулинорезистентности и нарушения овуляции, то есть образования яйцеклеток и в дальнейшем функционирования яичника, выработки достаточного количества эстрогенов, прогестерона. Этому, конечно, помогут... Диетологи, да. Тобто... Врачи, гінекологи, ендокринологи. Слідкуємо самі за вагою, да. Потім слідкуємо за харчуванням. Харчування, так. Да. Питання обов'язково. Тобто, це ісключаємо углеводи. Нужно питатися, желательно увеличити кількість прийому овощей, фрукти. До 4 вечера, конечно, не вечером. Кисломолочной продукции, белковой пищи, творог. То есть
Будемо говорити, грубо так, говоря, що корисна да, їжа має бути. Хочеться не забувати о том, що клімакс – це генетично детермінірований процес. І кількість ацитів, тобто яйцеклеток, закладається дівчинки ще внутріутробно, тобто в той момент, коли мама її винашиває. І з моменту рождения і далі девочка только теряет количество яйцеклеток. Особенно это резко происходит после 35 лет. То есть после 35 лет количество яйцеклеток резко уходит вниз. И все остальное, что перечислила Асмик Граатовна, действительно имеет место быть, но только для уменьшения симптомов менопаузы. Саму менопаузу отсрочить нельзя. Нет, это генетически. А конечно, ускорить ее можно хирургическими операциями, в частности, на яичниках. Да? Когда, если, например, часть яичника удалятся, соответственно, час вариального резерва тоже будет удалено, и время менопаузы как бы наступит раньше. Поэтому, действительно, правильный образ жизни поможет. Правильный образ жизни, правильное питание, наше психоэмоциональное с вами состояние, да? Здоровый и крепкий сон помогут нам долго быть здоровыми и счастливыми. Є одне таке питання. Якщо ми говоримо про запас яйцеклітин, то в мене таке питання. Якщо жінка буде приймати гормональну терапію, щоб її яйцеклітини не покидали її організм? Вони по-любому будуть покидати. Це генетично детермінований процес. Так заложено. Кожного місяця? Да. Все одно? Конечно. Mm-hmm. Ведь менопаузальная гормонотерапия, она же на чем основана? Что яичники перестают вырабатывать эстрогены, прогестерон и андроген вырабатывают в более меньших количествах. И принимая заместительную гормонотерапию, вы просто восполняете этот дефицит. То есть яичники не продуцируют, мы принимаем. Соответственно, мы только восполняем дефицит временно. Що ж, я дякую вам за таку цікаву сьогоднішню програму. Я думаю, що ми були дуже корисні вам, наші шановні глядачі. І розумію, думаю, що ви зробили для себе такий висновок, наші дорогі жінки, що краще заздалегідь подумати про цей період у своєму житті, мати свого гінеколога, приходити до нього хоча б один раз на рік і вам обов'язково лікар порадить, як зробити так, аби цей період у вашому житті дійсно був новенькою ступенькою у вашому житті. І все у вас було добре. До побачення. Дослідники з'ясували, що кетамін сприяє полегшенню депресії всього за декілька годин, оскільки змушує нервові клітини створювати нові сполуки. У інших препаратів на це йде набагато більше часу. Через 12 годин після прийому кетаміну у гризунів почалося утворення нових дендритних шипів. Вони замінюють ті, які були втрачені під час стресу. Також були проведені дослідження і на людях, і з'ясувалося, що в період депресії зменшуються синапси. Фахівці створили пристрій для ранньої діагностики синдрому Паркінсона. Він виглядає як механічний згинач предметів або матеріалів. Тільки у цьому випадку прикріплюється до руки пацієнта і починає згинати його середній палець. Згинання відбувається з деякими інтервалами, між якими сенсорна частина пристрою активно реєструє різні патерни згинання. Особлива увага приділяється ступеню жорсткості згинання. Якщо для механічного згинання пальця потрібно більше зусиль, ніж було необхідно спочатку, то це може вказувати на більш жорстку м'язову структуру всередині пальця. А це у купі з іншими показниками може означати наступаючу кризу Паркінсона. Попередні лабораторні тести даного пристрою продемонстрували точність до 95%. Спеціалісти з'ясували, що електрична стимуляція мозку людини тимчасово омолоджує його на 50 років. Цікаво, що технологія не вимагає імплантації електродів безпосередньо до мозку пацієнта. Стимуляція здійснюється через шкіру голови. Дітям у польській лікарні пропонують відвідувати зоопарк за допомогою робота. Він знімає на відео тварини, транслює зображення на комп'ютер, який стоїть у дитячій лікарні. Завдяки цьому маленькі пацієнти можуть побувати в зоопарку, не залишаючи палати. Така ідея прийшлася до душі і лікарям, і пацієнтам. Адже спілкування з тваринами знімає стрес і послаблює біль, упевнені дитячі психологи. І додають, що кожній дитині дуже неприємно бути у лікарні, діти часто скаржаться на нудьгу. Такий спосіб зайняти вільний час дуже важливий. Так дітям легше переносити страждання.